Короче, ребята, всем привет. Здесь происходит вообще странное. Рита сейчас проводит там какой-то ритуал. Сейчас я вам покажу. Вот смотрите, она какой-то ритуал проводит. Чтобы стать красивой или что, я ничего не понимаю. Она спать ложится. Что происходит? The next morning. Короче, ребят, сейчас я проснулась раньше Риты и решила сделать вот такой вот пранк. Зубная паста, она еще и серого цвета, так что сейчас мы ее намажем пастой, и она проснется и будет смаченький пранк. Ну что же делать? Аккуратно. Кто ты вообще такая? Быстро ушла из моего дома. Ушла. Что вообще происходит? Выходи быстро! Выходи! Это не твой дом, ты че, обалдел? Это мой дом, уходи! Да, это... Ты что делаешь? Рита! Это мой дом! Ты что? А, так, ребята, она меня пранкует! Какая Рита? Кто это? Да что происходит? Что ты вообще? Выключай камеру, быстро! Что? Ты что делаешь? Рита! Короче, ребята, мы договорились с этой сумасшедшей бабкой, вообще, не знаю, Рита меня до сих пор пранкует. Мы сейчас подпишем просто договор о разделении участка. То, что она как бы будет жить на том... стране, а я на этой. Все, будет все честно. Ну блин, и вообще все равно странное что-то с ней происходит. Короче, ребята, мы подписали этот договор. Вообще жесть. Трэш. Короче, вот тебе, вам вот эта территория, низ вообще, там очень много места, а мне вот здесь наверху. Все, короче, пошла эта какая-то непонятная бабка. Баба Рита. Вообще ужас, что-то странное. И обязательно подписывайтесь на наш канал. И на наш телеграм-канал тоже. Я выхожу сейчас из дома и смотрите, что происходит. Эта злая бабка начинает вообще какие-то ленточки огораживать. Что? Ты заходила на мою территорию. Что? Ну ладно, как бы я типа, может, и не против, или против. Ну, главное, что она вроде по своей линии идет. Ребята, как же хорошо, что я себе все-таки взяла верх. Это глупо. Рита, бабка, поделась, потому что там реально больше, а у меня целый дом. Давайте посмотрим, что она здесь делает. Что она делает? Она передвигает ленточку. Так, я сейчас пойду разбираться. Так, сейчас идем разбираться, что здесь вообще происходит. Что здесь происходит? Я ничего не делала, что такого? Что за наглёж? Ужас. Ужас. Вот в бане спизи. Все честно, давай. Ребята, как же хорошо. Все-таки эта соседка там вроде успокоилась. Все отлично. Также не забывайте, еще раз напоминаю про наш телеграм-канал. Ссылочку в описании. Там вы первые узнаете о новых видео. Так, подождите, что за шум? Что там происходит? Опять эта соседка что-то придумала. Сейчас разберемся, что здесь происходит. Что происходит здесь вообще? Ты зачем кидаешь землю на мой участок? Что происходит? Давай вообще этот, убирайся, ну вот это все, убирайся с моего участка быстро. Чего я должна убираться? Я стою на своей территории. Давай вот это вот убирай, ты мусоришь на моем участке, уходи отсюда быстро. Ладно, ты еще пожалеешь. Че трэш какой-то происходит, но теперь эту землю еще разгребать. Это вообще несправедливо. Я не знаю, что делать с этой соседкой. Посоветуйте, кстати, совет в комментариях, что бы вы сделали в этой ситуации. Короче, ребята, здесь копала и нашла какую-то записку. Она мне вообще какие-то послания кидает. Давайте прочитаем, что здесь. Вдруг это просто, опять же, очередной мусор. Что? Верни участок или пожалеешь. Что за бред? А еще посмотрите, это она порвала вот это вот договор участки. Что она вообще делает? Ребята, вот смотрите, готовый образ, просто морщинки. Правда, бабка со стрелками, ну пофиг. Сейчас будет прикольчик. Сейчас я поставлю камеру куда-нибудь. Например, вот сюда, сейчас, секундочку. Она пока что где-то там вообще тусуется. Так что погнали. Ну, я думаю, вот так вот нормально. Теперь зовем. Ты где? Рито? О, привет! Это? Я, ты что? Я же дальняя твоя родственница, ты что, не помнишь? 1977 год! Большой клен у общественного туалета! Из-за этих демонов, из-за этих демонов! Что? Меня водой облили!
сумасшедшая. Ребята, это какой-то ужас, она вообще какая-то сумасшедшая. Все, не, я не буду больше так. Короче, ребята, она меня просто окатила, теперь нужно смыть эти морщинки. Мне пришлось переодеваться, боже, какая она вообще очень ненормальная. Не знаю, почему она мне вроде поверила, но вроде бы не поверила. Мне кажется, она все-таки догадалась, что это я. Так что, ну, кстати, смылась нормально. Теперь я не бабка, перевоплощение за одну секунду. Ребята, короче, я только что опять увидела то, что мне прилетел какой-то камень на участок. Она что, вообще обалдела? Смотрите, здесь какой-то камень прилетел опять с запиской. Убирайся, я сказала. Что вообще за бред она мне постоянно пишет? Все, ребят, я приняла для себя решение. Я сейчас установлю везде скрытые камеры и буду за ней наблюдать из сарая. Чтоб вот вообще, просто вот сарай, я туда залезу и буду наблюдать. Потому что она меня уже достала, не собираюсь вот так постоянно бегать. Интересно последить, что она вообще в принципе делает. Ребята, устанавливаем скрытую камеру. Сначала вот здесь. Следующую. Так, следующую я поставлю вот сюда. О, все, отлично. Также я сейчас тихонечко прокрадываюсь за ее территорию. Ставлю здесь камеру. Ну, я думаю... А, нет, блин, шутка. Она меня сейчас спалит. Так, это будет видно, если она идет вверх. Все, это вот отлично. Она когда будет подниматься вверх, сразу пойму. Также, ребята, я поставлю еще одну камеру на своем участке и в доме обязательно, чтобы, если что, вдруг она попрет вообще в мой дом. Так что устанавливаем где-нибудь в доме. Вот здесь аккуратненько. Так, ставим. Во, отлично вообще. Я сейчас спрячу сарай. Заходим по-быстренькому и начинаем наблюдать. Короче, ребята, только что заметила то, что она поднимается наверх. Сейчас дальше будем следить за ней. Так. Ребята, она вообще уже перешла границу участка. Ну что, посмотрим, что она будет делать дальше на участке. Так. Ребята, я сейчас решила потихонечку, пока она на моем участке, залезть в дом и сделать для нее пранк. Ребята, я решила закрыть вот на эту штучку, вот на этот замочек. Так, все, отлично, теперь заходим в дом. Так, ребята, установлю еще здесь скрытую камеру и быстренько готовим сюрпризик. Все, камера тупала. Это вот такой вот фломастер. Когда ты его открываешь, тебя бьет током. Так что я сейчас напишу другим фломастерам блокнотики послание этой бабки. Так, ну что ж, пишем. Написала? Смотрите, короче, что я написала. Ха-ха-ха, засканила мама, это просто нулевый чел. Еще раз камеру, надеюсь, она этого не увидит. И сейчас очень быстро убегаем. Ничего себе здесь хоромы такие. Так. Что это вообще такое? Так, ладно. Ха-ха-ха, заскамили мама, это просто нулевый чел. Что? Ну все, она у меня уже бесит. Это 100% это соседка. Ну все, сейчас я ее ограблю по полной. Так, у меня еще будет новый платочек. Попить, поесть. Так, теперь потихонечку уходим. Ребята, вообще какой-то беспредел, она меня вообще грабить собралась. Но она увидела пранк. Заскамила мамонта. Ну ладно, сейчас я не знаю, что им делать. Мне нужно что-то делать, потому что потом она меня, ну блин, сейчас выбесится и пойдет. Пойду-ка я лучше перепрячусь. Короче, ребята, я сейчас здесь очень тихо сижу, чтобы она меня вообще не свалила. Потому что она ходит вокруг и вообще меня ищет. Не знаю, что мне делать. Я пока что здесь сижу, как-то прячусь. Я сижу, кстати, на каком-то стуле. Ну, ладно, пойдет, я думаю. Она, кстати, украла у меня вещи. Ну, это вообще я притворяюсь в этом платке. Что вообще происходит за дичь? Она идет, ребята. Она идет. Быстренько решил забежать сюда, пока ее нигде нет. Аккуратненько заходим. Очень тихо сейчас. Что?
Саша, почему у меня свет выключился? Ребята, я нашла дом и зашла вот такую вот записочку. Тебе конец, что? Кому еще здесь конец? Я сейчас пойду и разберусь с этой бабкой ненормальной. Вообще она... кем себя она возомнила? Где она? Что она за мной с ножом бежит? Как эта бабка старая так быстро бегает? Я быстренько залезла в кусты. Ребята, у нее граната. Ребята, она кинула гранату. Ай. Все. Века нет. Ребята, что вообще происходит? Эта бабка сумасшедшая. Она вообще обалдела. Она за мной с ножом бежит. Что мне делать? Я не могу. Я не знаю, куда мне убежать. Мне даже спрятаться негде. Так, быстренько убегаем. Вот этой бабки ненормальной. Она вообще бешеная какая-то. Так, быстренько закрою. Ой, темнота. Она ломится. Так, ребята, сейчас будет пранк. Я сейчас разогрею чай с успокоительным. Я наконец-то успокоюсь. А также туда добавлю слабительное. И это пранк номер два. Так, у меня есть вот такой холодный чай, короче, че вообще париться, ты бабки еще чай заваривать никогда. Нальем покупного. А что если подогреть холодный чай? Ну ладно, ну блин, я думаю, это уже чай горячий. А у меня будет холодный, потому что он типа остыл. Так, берем сейчас пакетик. Очень тихо. Начинаем сыпать. Так, ребята, у меня вот такие квадратики слабительного. И так, это пишу. Это все, теперь размешиваем. Даем этому как бы размешаться. И также... А, блин, я забыла. Сейчас, секундочку. Еще нужно отсыпать же ослабительного. Только успокоиться. Так, вот. Сыпем чуть-чуть. Все отлично, все идеально просто. А теперь этот... чаёчек отдаем этой бабке. Типа я с ней решила помириться и так далее. Сейчас будет самый жесткий пранк. Ха-ха-ха-ха. Сейчас ее жестко заскамим. Ребята, я сейчас поставлю на скамейку. Вот куда-нибудь туда. А, нет, я туда поближе к ее участку. Типа, она забыла свой чай, и она его точно возьмет 100%. Так, ставим его вот сюда. Я думаю, он точно поведется. Это вообще решающий пранк. И я сейчас сделаю еще кое-что. Она захочет в туалет, у нее, естественно, там нет туалета. Я сейчас закрою туалет на ключ. Закрываем туалет на ключ. Все, закрыла его на ключ. И если она, ну, побежит, типа, можно у тебя сходить в туалет, скажу да. Она побежит, я такая, где же ключ? Там же закрытый, еще, где же он? А он у меня будет лежать в кармане. Следим за ней аккуратненько. Ребята, мне здесь дверь, короче, стучит, видимо, эта соседка, видимо, в туалет уже захотела. И откроем. Тот там... Можно в туалет? Ну, а в смысле, ну, блин, ну я не знаю. Очень срочно, я хочу в туалет. Ну ладно, иди там вон найдешь. Спасибо. Ребята, идет. Можешь дать, пожалуйста, ключ от туалета? Ну да, дам, сейчас поищу. Это он был, где-то был. Интересно, где же он? Ну я слушаю, я не знаю, надо поискать здесь везде, походить. Вон в цветах, может быть. Еще где-нибудь. Ну поищи тоже. Ребят, все под контролем, прошло уже полчаса. Так, мы ищем ключ. Сейчас будем дальше продолжение. Так, ну знаешь, я не знаю, давай я еще в кармане посмотрю. Угу. О, в кармане ключ. Ну, Надя. Спасибо. Я, короче, даже не знаю, какой он здесь оказался. Ну да ладно. Ничего страшного бывает. Короче, ребята, мы вроде как-то, я не знаю, она как-то вроде как-то по-доброму стала. Мне кажется, просто, ну, просто потому что так надо. И я. О, ребята!
помните про обряд, который проводила Рита? Я вспомню про этот обряд, который Рита проводила. И сейчас я попробую заставить ее, ну, как бы прям жестко помириться, чтобы она пришла ко мне в дом. Скажу то, что вот если ты так проведешь, ты станешь красивой. И вот этот обряд если обратно провести, и потом я ее сюда положу спать, и она утром проснется Ритой. Очень надеюсь на это. Я иду с ней мириться. Привет, хочешь? Давай мириться, короче, пойдем в дом. Ребята, все отлично получается. Она идет в дом. Сейчас мы будем проводить обрядик. Значит, ты будешь спать вот на этой кровати, я думаю, вообще отлично. А, хорошо, да. Ага. И ты знала, кстати, еще про такой обряд? То, что можно стать молодой и красивой. Нет, не знала. Хочешь, проведем его? Ну, давай. Так, смотри, садись напротив зеркала и начинай говорить, что... Так, что там говорить? Там такие слова, по-моему, зеркало, сотвори меня, красавицей, молодой, короче, вот, ну вот, давай, делай, хорошо, проводи. Поняла. Надо делать при... без света, короче. Ребята, она, короче, легла спать, все отлично получилось, все обряд. Ребята, смотрите, все нормально, я утром пришла, все нормально, она лежит, и сейчас все-таки я повторю свой пранк. Обмажь ее со мной пастой. Ребята, короче, всем пока-пока. Были на канале Кататуб. С вами Соня и Рита. И, в принципе, все отлично, все прошло. Она теперь наконец-то стала нормальной. Всем пока-пока.